like to congratulate to my players for the effort, especially in the third and in the fourth quarter. In the third quarter we received 11 and in the fourth quarter we received 9 points. I think that that was crucial to win the game. On the halftime, Zenit had a 9-point lead and scored 40 points. It was 40-31 and it ended 60-71. Это не магическая таблетка, это обыкновенный настрой, потому что мы понимали, что допустили ряд ошибок там, защитного плана, где-то в нападении промазали, «Зенит» немножко оторвался, но нам как бы ничего не оставалось делать, как просто взять и начать навязывать свою игру, немножко добавить жесткости, агрессии. В принципе, хорошая защита дала нам такой позитив в нападении, потому что мы сразу реализовали наше нападение. Через больших атака с периметра пошла. Вот вышел Даллас, который добавил энергии там, да, с 3-очковых. Это, опять же, принесло такую большую уверенность. Но, опять же, повторюсь, что это командная работа, командная защита, потому что мы все друг друга постраховывали, все... Даже кто-то, если допускал ошибки, то есть мы стали страховать. Стали играть в более командный баскетбол, у нас остался двигаться мяч, потому что в первой половине мы слишком сфокусировались в игре один на один. Мы старались загрузить Нику, и у нас не было какого-то такого движения мяча. Вот, во второй половине мы немножко исправились, опять же, это принесло свои плоды, но, опять же, это заслуга команды, как и защита, так и нападение. Это то, с чем мы должны выходить на следующую игру, опять же. It was a battle, you know. It was hard. Nothing was easy. But like Coach say, we defend good on the second half, and this is what brings us the third. I will say adjustment, but no, I really think it was all hard and the effort we made to make the difference and believe in each other. That's what made. Every game is a story for itself, and I expect that in this next game will be also some sort of a battle, physical, tactical, all sorts of battle, and we now need to see the video, analyze, and like on every next game, assume what the opponent can change and try to be one step ahead of them.